Всем привет! В этом видео я расскажу вам об уникальном проекте Wind Safari. Это путешествие по Красному морю на люксовой яхте, где можно заниматься водными видами спорта. Яхта подобна пятизвездочному отелю, где вам не нужно беспокоиться об уборке, питании и досуге. Это обеденная зона. Здесь сервируется завтрак, обед и ужин по системе «Шведский стол». Повар готовит разнообразные блюда на любой вкус. Свежие морепродукты, мясо, вегетарианскую кухню, десерты. Вы точно останетесь довольны. Есть снэк-бар. Здесь круглосуточно можно сделать себе чай, кофе или немного перекусить. Это закрытая кондиционированная зона отдыха. Здесь располагаются удобные диваны, кресла, зона ТВ. Команда из 15 человек круглосуточно заботится об вашем сервисе и комфорте. Большую часть времени мы проводим здесь, в открытой зоне отдыха. Общаемся, наслаждаемся видами, загораем и устраиваем вечеринки. Кстати, здесь есть бар, работает интернет. Позагорать можно и на верхней палубе, и понежиться в джакузи. Количество кают зависит от типа яхты, но в среднем это 12-17 двухместных кают для гостей. В каждой каюте находится душ, туалет, кондиционер, шкаф для одежды, комплект полотенец. В каютах проводится ежедневная уборка. В чем уникальность Wind Safari? В том, что вы путешествуете по красивейшим лазурным пляжам и обучаетесь у лучших тренеров виндсерфингу, кайтсерфингу или виндфойлу. Для того, чтобы покататься, все оборудование мы отвозим для вас на берег на моторных лодках зодиаках. Здесь же мы разбиваем лагерь, привозим сюда напитки, закуски, фрукты. У нас здесь прохладительные напитки. Соки, кола, лед. Вокруг ровная вода, постоянно ровный ветер без порывов. А это идеальные условия для того, чтобы обучаться и быстро прогрессировать. Здесь будет комфортно и тем, кто встанет на доску в первый раз, и опытным серферам. Для эффективного обучения мы используем специальные рации с двухсторонней связью, что позволяет вам вести диалог с тренером в процессе катания. Хочу отдельно отметить, что у нас лучшее снаряжение для виндсерфинга в Египте. Доски GP, паруса Nell Pride, очень легкие и тонкие мачты, 100% карбона, что несомненно сделает вашу каталку еще более приятной. Напишите прямо сейчас, чтобы получить специальную цену на путешествие. Яхта отходит из главной марины города Хургада, куда вы прилетаете удобным вам рейсом. Мы вас встречаем в аэропорту и доставляем на яхту. Первую ночь мы ночуем в марине, а утром просыпаемся в раю. Знакомимся с командой и обсуждаем наши планы и расписание дня. Не стоит беспокоиться насчет качки. Яхта швартуется в закрытых от волн бухтах. Большую часть времени мы уделяем занятиям спортом. Учимся кататься, слушаем семинары, смотрим видео своего катания с рекомендациями от тренера. С нами на яхте находится профессиональный фотограф, который будет снимать наше путешествие и оставит вам на память лучшие моменты вашего отдыха. Помимо основного спорта, на яхте можно заниматься дайвингом, снорклингом, порыбачить, покататься на вейкборде, встретить дельфинов, сходить на массаж, заказать индивидуальную фотосессию, поиграть в настольные игры, посмотреть фильм. В вечернее время суток вас ждут классные вечеринки, барбекю на пляже под звездами в компании единомышленников. Посмотреть актуальные даты наших Wind Safari или забронировать место вы можете по ссылке в описании. Или оставьте свой комментарий ниже «Хочу поехать с вами». Также вы можете забронировать целую яхту для проведения корпоратива, тренингов или дня рождения для своей компании.